Сегодня вечером я немножко больше из Навурян, чем из Навур. Браво! Ну а сейчас мы хотим, чтобы вы приняли из наших рук премию Урарта в номинации «Легенда». Премию вручает лауреат многих международных конкурсов оперных певцов, солист лучших оперных театров Методий Бужор. Если вы позволите, я скажу, дорогие, добрый вечер, дорогие друзья. Единственная фраза, которую я скажу, маэстро, мы все гордимся, и те, которые в зале, что мы являемся вашими современниками. Как вы сказали, ваша музыка не имеет слов, она имеет душу. А душа, как мы знаем, не имеет границ. И для армян, и для русских, и для всего мира. Меня Урарту. Аплодисменты. Шарль любит шутить. Мы еще раз благодарим. Пусть аплодисменты звучат все то время, что мсье Азнавур, Шарль Азнавурян, будет уходить за кулисы или в зал. Он сам выбирает, где ему сегодня лучше. А ему везде хорошо, он говорит. А мы сейчас еще раз благодарим господина Азнавура. Мы благодарим за то, что он в этот вечер с нами. Он на сцене, он рядом. И для нас огромная честь стоять рядом на этой сцене с великим Шарлем Азнавуром. Друзья, можно стоя поаплодировать, потому что эта легенда живая.